Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Сейчас мы выполним упражнение номер 26 на странице 60 учебника математики для 3 класса автора Маром. В этом упражнении мы должны будем найти значение данных числовых выражений. В первом столбике у нас примеры в одно действие. И это деление двухзначных чисел на двузначные числа. При делении двухзначных чисел на двухзначные числа используется метод подбора. 92 разделить на 23 равно 4. 68 разделить на 17 равно 4. 57 разделить на 19 равно 3. 52 разделить на 26 равно 2. 96 разделить на 24 равно 4. 68 разделить на 34 равно 2. 64 разделить на 16 равно 4. 44 разделить на 11 равно 4. Прежде чем будем решать пример третьего столбика, мы должны будем вспомнить порядок выполнения действий в выражениях. Сначала выполняется действие в скобках, затем умножение или деление, и в конце сложение или вычитание. Частное чисел 66 и 33 прибавить частное 99 и 9. 66 разделить на 33 равно 2. 99 разделить на 9 равно 11. 2 плюс 11 равно 13. К частному чисел 88 и 22 прибавить произведение чисел 15 и 6. 88 разделить на 22 равно 4. 15 умножим на 6. 10 на 6 – 60, 5 на 6 – 30. 60 плюс 30 – 90. 4 плюс 90 равно 94. 65 разделить на разность чисел 213 и 200 и умножить на 10. Сначала выполняем действие в скобках. 213 минус 200 равно 13. 65 разделим на 13, получается 5. 5 умножаем на 10 равно 50. 84 разделить на 12 и умножить на разность чисел 307 и 300. 84 делим на 12, получается 7. 307 минус 300 равно 7. 7 умножаем на 7 равно 49. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.